Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами будем стрелять из дума, обычного и усиленного. Говоря обычный, я имею в виду 120 фунтов, а усиленный это аж 200 фунтов. И стрелять мы будем по ДСП. Усиленный, чтобы вам было проще ориентироваться, с кастомной тетивой и прикладом. Обычный, ну вот тот, который из коробки к вам придет, если вы его купите. Начинаем. Так, это, конечно, тема не этого ролика, но дум прям очень мощный. Потому что даже со слабыми плечами стрела пробила насквозь и улетела. Так, интересно даже, будет ли какая-то разница с усиленными плечами. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Пойдемте посмотрим. Что мы имеем? Это у нас стрела от усиленного арбалета. А от обычного все прошло насквозь, но потому что стрела прилетела с краешку. Ну и, наверное, поэтому она не так, доска не так сильно сопротивлялась стреле, что и позволило стреле улететь куда-то в лес. Но, так или иначе, видно, что стрела прилетает мощнее, чем из мамбы. Это вот потому что многие спрашивают, чем мамба отличается от дума. Дума — это та же самая мамба, только с обратными плечами. По факту да. Как бы да, она такая же маленькая, но она все равно гораздо мощнее. Там даже блоки другие на самом деле, что увеличивает и рабочий ход, и мощность арбалета. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам видео понравилось. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч!